Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1521. События дня. 1 Тимофея 3:16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. То есть вот пять причин, что будет видно, показывает, кто такой нас Господь Бог. Бог Христос, не просто пророк. За 10 февраля 2020 года. Ну, наше обращение за помощью, помочь нашему старости. Комбайн нужен, это не копейка одна. Это кормилец людей, есть куда вложить. Считайте сами то, что есть написано. События дня. Это для нас событие, вполне даже. Тормозите курсором и прочитайте. Ну, тут интересно. Пропуск какой-то.
кому проповедовать можно, какие причины. И вот он находит тут разные причины. Феофан Затворник, чтобы не проповедовать. Ну вот надо то, другое. Там, почему он не говорит, не на Писание не оборачивается? Потому что нет этого Писания. Пусть он объяснит Деяние 84. Рассеявшиеся ходили, благовествовали. Никакого условия нет. Рассеявшиеся. Кто они такие? Ни ограничений нет. Ни женщины, ни дети. Говорите о Христе, что он распят, умер и воскрес, и придет судить мир. Все. Все богословие на этом закончилось. Людям надо рассказать это. Нет, вот то говорит так, что кроме Феофана некому больше проповедовать. Уже самозванец будет. Если не будут посланы. Господь и послал всех. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Так это к апостолам сказано. Еще раз говорю, рассеявшиеся ходили, благовествовали. И в житиях об этом говорится. Юные девы свидетельствовали. Что сказать? Ночь на вчерашний день. Снег сошел с крыши огромными камлыгами. И порвал телефонный кабель или провод. Ну, мы ночью восстановили. Днем приходил, как договаривались, представитель ГТРК. Но не стал ничего делать, говорит на завтра, то есть на сегодня. Я тут свое дело делаю. Приехала Гордощука тут. Елена с глазом мне тут пыталась что-то сделать. Полегче стало. И уговорила купить лекарства какие-то хорошие, она знает. Ну, лишь бы хуже не было. Тоже помолиться прошу, кто слышит. И ночью сегодня сняли блокировку с нашего канала. Ну и уже один ролик поставили Златоуста. Ну, что-то не ладится тут. Или сам компьютер, процессор не так. Но уже все другое.
Я сегодня задал другим вопрос. Я говорю, вот где-то помнится такое. Это не фильм какой-то. А что вы за люди? Один эпизод. Эпизод из фильма. Вот не могу никак вспомнить. А он мне нужен. Ну, на этом и все.